друзі, я вже готова доєднувати до нашого ефіру Ігоря Яковенка, російського опозиційного журналіста. Ігор, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу начать наш разговор о европейских гастролях представителя Китая, как он пытался мирить Украину, Россию, Европу, и что из этого вышло. Почему вот появились такие манипуляции, что якобы вот этот представитель Ли Хуэй выдвинул евродепутатам требование признать за Россией оккупированные территории Украины? Кому это на руку? Ну, на руку это, конечно, Кремлю. И, в общем, с самого начала идея Китая вот таким образом помирить Украину и Россию, причем помирить на условиях Путина, безусловно. Это, собственно, и Си Цзиньпин приезжал примерно с этим же планом, по сути дела. То есть, на самом деле, мало чего изменилось, и позиция Китая была такова с самого начала. Мы должны тут вспомнить и позицию посла Китая во Франции, который то же самое говорил. То есть ничего не изменилось. То есть здесь попытка публично выступить на стороне России. Хотя сказать, что Китай выступает на стороне России, довольно сложно. Китай занимает позицию такую выжидательную, и в принципе его, конечно, больше всего устраивает затяжная война, в которой Россия, с одной стороны, и Соединенные Штаты, с другой стороны, помогающие Украине, истощат свои ресурсы. Потому что вспомним, что одновременно Си Цзиньпин собирал руководителей стран Центральной Азии и фактически выступил там как главный гегемон, который, воспользовавшись тем, что Россия ушла из этого региона, по сути дела, стал самым влиятельным игроком в Центральной Азии. Так что сделал это с большим удовольствием. Так что здесь вот такая история. С одной стороны, Китай выступает в поддержку России, а с другой стороны, пользуется тем, что Россия слабеет, и в конечном итоге дело дойдет до того, что Китай реализует то, что написано на карте, в которой 1,5 миллиона квадратных километров российской территории закрашена в китайские цвета. Это будет и в реальности. Так что вот у Китая такая так сказать, многовекторная, я бы сказал, позиция. Вроде как выступает с мирной инициативой в поддержку России, а в реальности пользуется его ослаблением. Но надо сказать, что вот я не думаю, что китайцы всерьез рассчитывают, что их так называемый мирный план хоть каким-то образом будет воспринят. Потому что все прекрасно понимают, что Украина никогда ни при каких обстоятельствах не пойдет на такое мирное соглашение. Ну вот, кстати, министр иностранных дел Украины Кулеба, он как раз опроверг информацию, которая появилась в СМИ. Он сказал, что связался со всеми европейскими коллегами из столиц, куда приезжал Ли Хуэй, и ни один из них не подтвердил эту информацию. Но при этом же он сказал, что Украина продолжает работать с Китаем, договариваться и настаивает именно на украинском мирном плане. Вот как, по вашему мнению, Китай будет рассматривать именно позицию Украины? Вы знаете, я думаю, что сейчас появляется серьезная для Китая новая или хорошо забытое старое украинское направление в китайской политике, и Китай будет смотреть на ситуацию и воспользуется любым результатом этой войны. Нет никаких сомнений, что когда Россия проиграет, Китай воспользуется поражением России. Я уже сказал, каким образом. Угу. Он займет ту нишу и политическую, и территориальную, и с удовольствием примет участие в тех последствиях поражения России, которые наступят. Вот. Ну а, так сказать, другого варианта не будет. Поэтому в этом случае и будет выстраивать отношения с новой Украиной, с той Украиной, которая станет одной из фундаментальных основ безопасности новой Европы.
Так что Китай воспринял те результаты этой войны, любые результаты этой войны. В данном случае результат это поражение России, укрепление Украины. Китай воспримет этот результат, и на самом деле это в значительной степени будет отражать интересы Китая. Давайте поговорим о том, что происходит на территории Российской Федерации. Вчера там праздновали День пограничника, но это какой-то сюр, потому что, получается, границ в России нет, да, День пограничника есть. Но это мы вспомним минувшую неделю, когда российские добровольцы спокойно зашли на территорию России, и им никто не препятствовал. Но самое интересное, что на все это до сих пор никак не отреагировал Путин. Что будет дальше? Ну, тут стоит вспомнить не только минувшую неделю, но и тот подарок, который на День пограничника преподал Матиас Руст, который именно в этот день приземлился на Красной площади в конце перестройки, примерно за два года до распада Советского Союза. Так что тут история Дня пограничника, она очень забавная. И, кстати говоря, вчера Путин, поздравляя пограничников с их днем, выразил уверенность, что они, так сказать, мужественно и доблестно выполняют свой долг и хранят и границы России на замке. Было очень смешно. Вот, так что это очень-очень-очень характерно. Ну, а что касается, почему Путин на это не отреагировал, ну, Путин вообще, в принципе, в последнее время окончательно живет в параллельной реальности и не реагирует ни на что. Он не реагирует на публичный скандал между Пригожиным и Шойгу, между частной военной компанией и Министерством обороны, когда Шойгу оскорбляет публично не только... Вернее, Пригожин оскорбляет публично не только Шойгу и Герасимова, но и Путина, и всю армию, называя их петушками. То есть, на самом деле, я думаю, что Путин явно утратил контроль за происходящим. Это, в общем, свидетельство того, что назревает смута, о чем, собственно, говорит еще один военный преступник, осужденный на пожизненное заключение, Гиркин по кличке Стрелков. Угу. Ну, просто кажется, что я не знаю, что должно произойти в России, чтобы действительно вот Путин вышел и отреагировал, или там наказал каких-то чиновников, потому что все остаются при своих местах, никакой реакции на это нет, это как спокойно, ну, заходите еще, мы вас здесь ждем. Ну, тут ведь ситуация какая? Дело в том, что да, действительно, если сравнивать реакцию на полет Матиаса Руста, то тогда были уволены и министр обороны Советского Союза, и начальник погранслужбы. То есть тогда реакция была чрезвычайно жесткая. Сейчас абсолютно ничего, не обращают внимания. Это, кстати говоря, вот как раз и есть свидетельство утраты контроля за происходящим. Путин в данном случае есть еще важная особенность политики Путина. Она заключается в том, что его кадровая политика, она никак не связана с качеством, с дееспособностью назначаемых кадров. Она связана только с преданностью. Поскольку Шойгу действительно, если уж исходить из интересов фашистского рейха, то, конечно, Шойгу надо было выгнать давным-давно. Но Путин этого не делает, потому что он исходит из такого качества кадров, как преданность. Его совершенно не интересует профпригодность, только преданность. Шойгу абсолютно предан, и при этом абсолютно профнепригоден. Поэтому он остается на своем месте. Ну, кстати говоря, все это хорошие новости для вооруженных сил Украины и Украины в целом. Потому что если бы на место Шойгу был некто более профессиональный, то, наверное, было бы гораздо хуже, гораздо хуже. Так что это хорошая история. По поводу Пригожина, вот как вы считаете, какими будут его действия после Бахмута? Вот он заявил, что выводит свои войска. Это что, они, не знаю, не будут уже воевать в Украине, отправятся в Африку, или все-таки они отдохнут и снова пойдут в бой?
Здесь все зависит от развития ситуации, потому что, конечно, для Пригожина снова начать воевать в условиях украинского наступления, попасть под каток этого наступления, конечно, это наименее желательный результат. Поэтому он, собственно говоря, и вывел свои остатки ЧВК, прямо скажем, там, в общем, осталось не так много, но он вывел их. Во-первых, я не исключаю, что он сейчас начнет доукомплектовывать ЧВК, потому что было когда-то у него там порядка 50 с лишним тысяч, сейчас уже осталось меньше половины. Ну вот основная идея его заключается в том, чтобы сохранить свою вот эту частную армию до того момента, когда начнется смута. О смуте он говорит тоже вполне прямо в своем вот недавнем манифесте, на прошлой неделе очередной манифест он издал в виде интервью, большого интервью еще одному уголовнику. Ну и я думаю, что и там прямо сказано, что вот грядет 17-й год, грядут такие вот события, значит, что в конечном итоге практически неизбежно поражение, очень хвалят украинскую армию, значит, так что он готовится к поражению, готовится к смуте, так что я думаю, что его поведение будет, оно реактивно. Дело в том, что все понимают, что Россия сейчас играет черными. Вот ситуация изменилась. Россия играет черными. Инициативой завладела Украина. И сейчас, в зависимости от того, когда и каким будет украинское наступление, в зависимости от этого будет и поведение Пригожина. Если, что называется, Украина решительно и неудержимо пойдет вперед, то, естественно, под каток этого наступления никто не хочет попадать. И как раз те два месяца, которые взял себе Пригожин, это те два месяца, когда должно определиться масштаб, направление украинского наступления. Пригожин выждет, подождет, переформируется, дождется, когда результат этого наступления проявится, ну и, так сказать, окажется в том месте, где ему выгодно. Либо это будет уже, так сказать, война внутри России, мафиозная война за раздел территории собственности, либо действительно может попытаться отчалить в Африку, потому что там сейчас делят Судан, его месторождение. Ну, помимо этого, есть еще несколько вкусных мест, где Пригожин привык корчеваться. Вот, кстати, днями появился интересный документ, что, мол, российским СМИ запретили упоминать ЧВК «Вагнер», и Пригожин на это ответил, сказал, что неназванные российские бюрократы только выиграют от такой цензуры в ближайшее время, прежде чем российский народ оттолкнется и начнет их ненавидеть. Об этом написали аналитики Института изучения войны. И также главарь вагнеровцев жаловался, что чиновники Российской Федерации смогли бы насладиться своей историей, способностью цензурировать российское общество, если бы Кремль не начал войну против Украины. Пригожин дал совет неназванному чиновнику. Я процитирую, как он сказал. «Если вы начинаете войну, пожалуйста, имейте характер, свободу и стальные, и только тогда вы сможете чего-нибудь достичь». А это обращение к Путину? Ну, в конечном итоге, да, он там известно его другое обращение к Путину, что это счастливый дедушка, который на самом деле конченый чудак на букву «М». Вот, Пригожин постоянно, так сказать, матом обращается и к Путину, и к Герасимову, и к Шойгу. Но в конечном итоге насчет этого документа, о котором вы говорите, я не знаю, вполне возможно, этот документ существует, но он не реализуется, потому что по-прежнему в российских медиа, в том числе в наиболее влиятельных, и частная военная компания «Вагнер» и Пригожин упоминаются постоянно. Дело в том, что произошло. И, помимо всего прочего, произошла очень серьезная перегруппировка российских СМИ. Очень сильно просели ведущие вот эти вот телешоу «Ненависти», в которых продолжает упоминаться Пригожин. Ну, может быть, в каких-то отдельных случаях вместо ЧВК «Вагнер» говорится «музыканты» или там «штурмовики». Все понимают, все, кто в теме, понимают прекрасно, что речь идет именно о Пригожине, о его ЧВК.
Но, кроме всего прочего, сейчас очень широкое распространение получили телеграм-каналы, получили ютуб-каналы, в которых Пригожин по-прежнему не то что упоминается, но и выступает в качестве главного действующего лица. Сейчас прошли, значит, автопробеги в поддержку ЧВК «Вагнер» в нескольких городах, в том числе в Челябинской области, на Урале. Так что вот говорить о том, что ЧВК «Вагнер» под запретом, нельзя. Здесь, если говорить об атаке на вот этих вот, значит, турбопатриотов, то под ударом скорее Гиркин, Стрелков, потому что он, во-первых, действительно находится в стоп-листе, его не пускают никуда. Ну и, во-вторых, тут уже появилась у Соловьева, появилась, так сказать, инициатива, что его нужно срочно отдать под суд. Причина, почему это не делается, тот же Соловьев назвал, потому что Гиркин, значит, является человеком, который осужден на пожизненное Гаагским трибуналом. Вроде как неловко его одновременно отдавать под российский суд. Ну, вот эту проблему, скажем, такую довольно забавную проблему, вполне возможно, что российский суд решит. Так что вот на Гиркина как раз идет серьезная атака. А Пригожин пока безответно бьет по штабам. То есть вот этот огонь по штабам, который он объявил уже открыто в апреле, в своих апрельских тезисах, когда он заявил, что главный враг – это глубинное государство, то есть фактически российская вертикаль власти, он это делает вполне открыто и вполне осознанно ведет Россию к смуте. Потому что именно вот в этой мутной воде он может поймать ту рыбку, которую он собирается ловить. А как ему просто позволяют уже такое долгое время, да, критиковать власть? Ну, во-первых, сейчас уже, слушайте, проблема в том, что Пригожин изначально был отодвинут от Путина, и когда 24 февраля Россия вступала в войну, ну, вернее, Путин втянул Россию в эту войну, Пригожин не был в окружении Путина уже, его отодвинули. Но потом крайняя неэффективность российской армии, которая проявилась с самых первых дней войны, когда стало ясно, что никто ничего не захватит, никто ничего не сможет сделать, Пригожин снова предложил свои услуги, и Путин пошел на этот новый союз с Пригожиным, потому что ясно, что ЧВК является, ну, может быть, на тот момент единственной, а может быть и сейчас, единственной структурой, которая в состоянии, в которой имеет какой-то наступательный потенциал. То есть вынужденно пошел на это. И на сегодняшний момент, ну, Пригожина все сложнее и сложнее, так сказать, убрать или остановить, или как-то ему противодействовать, потому что он сейчас в ореоле славы генералиссимуса Победы Бахмутского. При всей бессмысленности этой победы, вообще непонятно, победы это или что, потому что там количество российских военнослужащих, которые были утилизированы под Бахмутом, оно вообще не поддается никакому исчислению. Там только вагнеровцев, по словам самого Пригожина, было положено 20 тысяч человек. Это под маленьким районным центром в течение 8 месяцев. Ну, а не говоря уже об общих потерях российской армии. Но, тем не менее, это единственная победа, которую за последние 8 месяцев одержала, ну или, скажем, условная победа, которую за последние 8 месяцев одержала Россия. Поэтому, ну как, вот маршала Победы под суд, его будут выдавливать, ему будут противостоять, но пока, в общем-то, Путин не дает добро на его уничтожение и в обозримый период, скорее всего, не даст. Игорь Александрович, к сожалению, ограничено наше эфирное время. Вам огромное спасибо за информацию и спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я нагадаю, что Игорь Яковенко, оппозиційний журналіст, був із нами на зв'язку.